С самого утра у вечного огня в парке Жилибера, словно на крыльце университета, как в день открытых дверей, только наоборот. Родителям рассказывают о правилах поведения, сыновья стоят рядом. Избавив их от современных гаджетов, мобильного телефона, компьютера, молодому человеку сложно перестроиться на воинский уклад жизни, к той дисциплине, порядку, распорядку дня. Ну а что касается несения боевой службы, ну прежде всего по охране общественного порядка, они изучат основные требования устава служебной деятельности внутренних войск. Казармы и полигоны совсем не похожи на обычные студенческие аудитории. Чтобы в этот день прочитать слова военной присяги, новобранцы выдержали месяц настоящей армейской подготовки. Строчки из устава в этот день звучали как по расписанию за 15 минут 65 раз. Следом напутственные слова сказали ветераны и командиры, и лишь затем торжественный марш на глазах у родных и близких. Евгений увидел своих родных впервые за этих несколько недель. Сегодня у него заслуженное увольнительное. Так что о казарменных буднях на время можно и забыть. Армия, именно внутренние войска, это был осознанный шаг, так как защита внутреннего порядка, это внутренние войска, это является прерогативой для меня. Потому что если улица чиста от таких понятий, чиста от наркотиков, от пьяных людей, это значит, говорит о том, что как бы это плюс нашим городам, которые мы охраняем, и нашему государству. Так как любой человек, любой иностранный посетитель, который будет заезжать в этот город и видит, что здесь чистота, порядок и все хорошо, он будет сразу возвращаться обратно в этот же город и в эту же нашу же страну. Когда в следующий раз мать увидит своего сына, командиры, конечно, не говорят. Увольнение нужно еще заслужить. Поэтому нынешняя встреча с родными и близкими для солдат – настоящий предновогодний подарок от командира части. Это был его выбор, мы его уважаем и поддержали. И вот сегодня я с гордостью наблюдала, и мне было очень приятно смотреть, как возмужал, как он действительно стал уже мужчиной. Галина Давыдько, Артем Новицкий, Максим Базыленко. Новости Гродно+.